19 и 20 октября в Чувашии впервые пройдет чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Обилимпикс». В соревнованиях примут участие более 120 конкурсантов, экспертов и волонтеров. На брифинге в Министерстве образования рассказали о предстоящем событии. Олимпиада возможностей. Именно так переводится звучное слово «Обилимпикс». Это движение существует десятки лет во многих странах мира. Но в России получило зеленый свет сравнительно недавно. Главная задача чемпионата – мотивировать людей с ограниченными возможностями здоровья и открыть им дорогу к личному и профессиональному успеху. Есть гарантия стороны работодателей, которые обеспечат трудоустройство победителям этих чемпионатов и региональных, и национальных чемпионатов. Естественно, если они, конечно, еще не обучаются. У нас 7 компетенций. 2 компетенции – это художественная вышивка, художественный дизайн для школьников. Для студентов у нас 4 компетенции. Это у нас поварское дело, резьба по дереву, мебельщики будут. Далее у нас есть еще одно направление для взрослых – это массаж. Более 8 миллионов рублей выделено из федерального и республиканского бюджета на создание базовой профессиональной инклюзивной организации в Чебоксарском экономико-технологическом колледже и проведение самого чемпионата. Ответственность большая, поэтому участников состязаний курируют опытные специалисты. Победители регионального этапа станут известны 20 октября. Именно они примут участие в 3-м национальном чемпионате, который пройдет с 1 по 3 декабря в Москве. Стать зрителями соревнований могут все желающие. Татьяна Филатова, Арена Гавелян, Республика.